На Украине зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии. За сутки от заболевания скончались 838 человек. Это второй на сегодня показатель смертности в мире после России. В связи с увеличением захоронений один из трех крематориев в стране, киевский, был вынужден увеличить мощности. В последние недели он работает дольше обычного, а иногда и до полуночи. Если летом количество процессий было примерно в среднем 60 процессий в день, то на сегодняшний день это 100-120, два раза больше увеличилось. Кремация жертв коронавируса проходит иначе. Церемонии с закрытыми гробами разрешены только на улице и только в определенное время. При этом родственники умерших жалуются на очереди на оформление похорон. Хорошо. Посмотрите за мою спину, сколько вплотную люди стоят друг к дружке, да? И больше шансов заразиться вот здесь, в этой очереди, короной. А половину людей, которые в очереди хоронят своих родных, к сожалению, умерли от этого вируса. Также и наша бабушка. Ситуация на Украине усложняется нежеланием людей вакцинироваться. Привитых в стране меньше четверти населения. Накануне власти объявили о выплате прошедшим полный курс вакцинации в 1000 гривен.